Сегодня стало известно о состоянии пострадавших в жуткой аварии на трассе в Алматинской области. Два человека находятся в Ембекши-Казахской районной больнице села Чилеп. Это 42-летний мужчина, он в реанимации, и 12-летняя девочка. Ее перевели в хирургическое отделение. Еще одну травмированную после оказания первой медпомощи забрали родственники. Состояние одного пациента, который находится в реанимационном отделении, оценивается сейчас как, в данный момент как тяжелое. Вот. Он находится на аппарате ИВЛ, получает интенсивную терапию. Ребенок, девочка поступила в реанимационное отделение, ей была оказана помощь медицинская. После стабилизации состояния девочка переведена в хирургическое отделение. В данный момент состояние ее стабильное. Напомню, что страшное ДТП произошло в минувшую субботу. Две легковушки столкнулись на автодороге Алматы-Кокпе-Коктал близ поселка Байсиит. По предварительным данным, что водитель РАВ-4, не справившись с управлением, выехал на встречку, где врезался в Ауди. В результате происшествия погибли 7 человек. Среди них 4 несовершеннолетних. Самому маленькому пассажиру было всего 4 месяца. Среди погибших есть дети 16-13-летнего возраста, 8 лет и 4-месячный младенец. С различными травмами в больницу доставлены еще 3 пассажира. По факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы, будут выяснены все причины и обстоятельства ДТП.